вот туда проехал, сейчас как раз обратно. Да, да, да. Вот я все, блядь. Да. А вот, наверное, обратно сейчас поедем по видеорегистратору всех снимем. И потом выходи, блядь, и дома их мочи, да. Они о чем думают, когда вот делают? Просто интересно. Ни о чем, Димас. Беспечность. Просто тупая человеческая беспечность. Поставь дальше, где-нибудь во дворах. Ну, если ты хочешь на машине приехать. Блять, ну такое на ростовских. Приедет на общественном транспорте. Ну да. Вообще. Потом же реально узнают адрес. И вся твоя... Их же нет в горсправке, на них бронь. То есть их узнать... Любого человека можно пробить... Да? Да. Любого человека можно пробить по горсправке. Да? Да, приходишь, пишешь заявление, вот, и тебе выдают адрес, твои реквизиты, все. А вполне официально. Угу. Так менты, в общем-то, этим и пользуются. Есть архив, справка. Ну, по-моему, тут разворот запрещен, да. Вот знак. Вот да, вот прям. Знак только прям. Блин, да, только прям. Да, я знаю, там разворот светофора только. Вот, блядь, кормовое тут место, да? Да? У нас город весь кормовое место. Блядь, это и такие дороги нахуй. Попиздайся, блядь. О, блядь. Я думал, мы сейчас сам на том. Да, да ладно. Вот так прямо подъедет, да. И там встань, и все. Кто там будет? Ух ты. Вот тебе и хама. Да. Вот сюда, и да. Моторная машина. А, работает? Теперь, наверное, сейчас припаркуемся, будет не работать.